Уважаемые дамы и господа, всем добрый день. Мы заходим на посадку в Санкт-Петербурге рядом с Дворцом спорта. Юбилейный единой лиги ВТБ. Ее регулярный чемпионат продолжается. И сегодня две, пожалуй, самые веселые, самые зрелищные команды лиги. «Зенит» Санкт-Петербург и «Автодор» Саратов скрестят шпаги здесь, в Санкт-Петербурге. Команды, ну, по-разному выглядят сейчас в таблице регулярного чемпионата. «Зенит» на третьем месте, всего с 4 поражениями. «Автодор» находится на 6-й позиции. У них 50% результат в настоящий момент. 8 побед, 8 поражений. Но если мы посмотрим по статистике, как хорошо характерно для этих команд, то по очень многим показателям они идут ровненько. Больше всех в лиге совершают бросков, быстрее всех в лиге бегут в отрыв. Но вот «Зенит» Санкт-Петербург, вылетела команда несколько раньше, наверное, чем они сами на это рассчитывали из Еврокубка. На многое могли претендовать в этом году. Ведь в прошлом году мы помним, как в единой лиге ВТБ, какую битву выдали они в полуфинале с подмосковными «Химками». Это было настоящее украшение сезона. И в этом году «Зенит» остается командой, топ-командой единой лиги, но, собственно говоря, потому и находится сейчас на третьем месте. И наказывает уже достаточно здорово, играет против сильнейших команд лиги. Ну, в частности, победа над ЦСКА. Да, вот у них 4 поражения в настоящий момент. Все от сильных команд, от «Туникса», от «Локомотива», от «Химок» поражения. Ну, вот над победа над армейцами там, в Питере, в этом году. Это такое, наверное, когда команда вот занимает не свое место в традиционной пищевой цепочке, а меняет это место. Есть, в принципе, такой результат и у «Автодора» в этом году. Они обыграли неожиданно в гостях в Краснодаре, обыграли «Локомотив Кубань» и прервали длиннющую беспроигрышную серию этой команды, которая тянется с начала сезона. А, кстати, в Еврокубке «Локомотив» до сих пор ни разу не проиграл. И предстоит «Локомотиву» играть в финале 2-го по престижности турнира в Европе на настоящий момент. Евгений Валиев появляется. Вот я сейчас обратил внимание, что нет у него по-прежнему нет переднего зуба. Так вот, этот зуб потерял Евгений Валиев в этом сезоне как раз в матче с «Автодором» в Саратове. Жесткая такая была игра в непростых условиях. Достаточно холодно было тогда в зале. И вот Евгений Валиев, ну, правда, сказал, что это был уже не настоящий зуб. Выбили ему уже протез, поэтому к концу сезона, наверное, летом будет он восстанавливать свою улыбку. А может быть, и оставит это своей фишкой, как Александр Овечкин. Так, что по составам, какие изменения? Нету Артема Яковенко, он не прилетел даже из Саратова. Будет это, пожалуй, может стать проблемой для «Автодора», потому что, как говорил Евгений Пашутин, с серьезной проблемой. Вот уже стартовые пятерки у нас, посмотрите. Нет, это состав как раз состав «Автодора». Вот нету Клименко, восстанавливается после рецидива повреждения задней поверхности бедра. Говорил Евгений Пашутин, что очень важно сегодня будет хорошо сыграть на подборе, потому что поражение от Калева потерпел «Автодор». Такое неожиданное, незапланированное поражение. И во многом потому, что сильно проиграли щит и дали много возможностей соперникам набирать очки второго шанса. Состав «Зенита» на ваших экранах. Ну, собственно, выделим, наверное, что нету сегодня Гриффина в составе. У «Зенита» он не проходит как лишний иностранец. Мальком Гриффин, один из защитников. В целом все на месте, но отметим, что вот Андрей Десятников сегодня в составе вместо Ивана Лазарева. Василий Карасев, который был главным тренером сборной России на матче звезд, также вот в этом самом зале.
судейская бригада, Алекс Латышев, Алексей Давыдов и Станислав Валеев будут судить этот матч. Олег Латышев, ну, Алекс, наверное, да, можно уважение проявить к родному языку, тому языку, который Олег называет, считает родным, и вот называть его Алекс все-таки. Две команды, которые здорово бегут, и сегодня достаточно много будет интересных дуэлей, потому что яркие игроки есть и в той, и другой команде. В частности, конечно, вот Коти Кларк, его дуэль с Дрю Гордоном. Они, наверное, мы очень интересно, будут ли они держать друг друга, или вот все-таки Коти поберегут от Гордона, который гораздо его выше, заметно выше. Оба игрока занимают лидирующие позиции в единой лиге по подборам. Коти Кларк лидирует в автодоре и по подборам, и по набранным очкам. Так, вот наш Шакил Макисик будет в стартовом составе. Игрок, который по ходу сезона присоединился. Майк Даунс, Коти Кларк, Джастин Робинсон, Ян Хаммер и Макисик. Ну что, четыре американца и один азербайджанец. Да, у Макисика, помимо американского, есть еще паспорт гражданина Азербайджана. Рейнольдс, Карасев, Воронов, Шейн Уитингтон и Евгений Валиев. Нету Дрю Гордона в стартовом составе. Да, и у Евгения Воронова такая фотография сейчас была. Прям не узнаю его в гриме. В этой стартовой пятерке. Да, все-таки, ну, потому что, да, не Вихров все-таки в старте сидит, а Евгений Воронов. Немножко не всегда Евгений Валиев выходит в старте, ну, в какой-то степени, да, даже пятерка экспериментальная. Но не раз говорил Василий Карасев, что у «Зенита» нет стартовой пятерки, что это то, что можно очень здорово варьировать в зависимости от игрока, от соперника. И очень активную ротацию играет Василий Карасев. И, конечно, автодору, который тоже активно бежит, будет сложновато угнаться. Сложновато угнаться, потому что очень высокий темп «Зенит» может поддерживать за счет чуть все-таки более широкой ротации. Да, без россиян начинает автодор. У меня вот было ощущение, что Артем Забелин готов выйти в старте, но довольно такой невысокий состав получается у гостей. Ян Хаммер у них будет прыгать в форме против Уитингтона. Ну да, здорово. Уитингтон выпрыгнул значительно выше. Рейнольдс против него, Робинсон защищается. Сергей Карасев. Там активно поменялись. Уитингтон пошел, прорвался под кольцо, но там встречать некому. Два очка. Первые набираются броском из краски с левой руки. Уитингтон здорово вытянулся. Хорошая атака получилась стартовая у «Зенита». Хаммер против Валиева в физической борьбе такой серьезный. Валиев старался очень сыграть и не свалить. Руки держал наверху. Ну, видите, две очень быстрые атаки. Отвечает Рейнольдс дальним броском. Забирает Коти Кларк. Начинается быстрый отрыв. Здесь впереди уже Майка Даунс, Макисик. Да, он себя вроде внизу предлагал. Теперь Хаммер. И Робинсон находит Яна Хаммера. Тот разбирается. Отлично. Ну, Робинсон, посмотрите, как стянул все внимание на себя. И Рейнольдс там тоже прыгал, по-моему. Я не совсем понятно, какую именно задачу он там перед собой ставил, когда врывался таким образом. Наверху Сергей Карасев. Разобрались в защите. И посмотрите, Хаммер сверху оттуда успел прибежать, где он подстраховывал после подбора, свалился, то есть его игрок был уже внизу, и Хаммер успел этот мяч задеть. На атаку 10 секунд остается.
Робинсон остался против Евгения Воронова. Женя сразу увидел это преимущество. Пошел до конца, вот немножечко не дошел. Здесь Евгений Валиев. Нет, не засчитывают. И похоже, что Валиеву неужели дадут фол в этой ситуации. Так, бросок все-таки не засчитан. Не совсем понятно, что пробежку там, может быть, дали Валиеву. Сейчас разберемся, это должно появиться в протоколе через несколько секунд. Прижимали там Робинсона к лицевой, но вот здесь вот преимущество. Посмотрите, как очень уверенно себя чувствует Автодор. Коти Кларк со средней. Уитингтон себя предлагает, у него есть преимущество над Майки Даунсом. Но, и смотрите, еще один свисток в сторону, еще одно владение будет у Автодора. Зенит выглядит несколько потерянным. Атаки не получаются. Не смотрел, что на кольце Сергей Карасев. Но Автодор такой в своем стиле действует. Вот есть возможность. Энхаймер идет до конца. Еще выигрывает подбор в нападении. Даунс. Карасев. Но вот здесь Сергей, все, нужно успокаиваться. Евгений Воронов. И Карасев наконец-то бросает по кольцу. Сложный был для него бросок. Он намекает, что можно было и фол там дать. Сохранит владение Зенит. Там свалился на пол после этого броска Сергей Карасев. Но Евгений Валиев, красавец, мяч вернул своей команде. Пошел Рейнольдс влево. Ух, как смахивает этот мяч Майка Даунс. Вот уже Рейнольдс думал, что прошел маленького Робинсона, и все, путь кольцо открыт. Откуда-то там Даунс очень здорово прилетел. Но здесь Евгений Валеев. Рейнольдс уже вроде бы... Да, и да, даже и пропустил он мяч-то и убрал от Даунса, но тот все-таки дотянулся, очень высоко выпрыгнул. Так, Зенит, ну что, два, по-моему, броска уже было издали, но вот это вот движение мяча такое, и как будто никто особенно не решается на себя атаку взять. Не совсем понятно, что, вот какую вот эту картину вот этим составом пытается в нападении нарисовать Василий Карасев. Я бы все-таки отметил, что действительно состав необычный стартовый. Я вот не припомню такого, да, готовится уже замена. И здесь Уитингтон, да, засчитывают эти два броска. Два очка засчитывает судья Алексей Давыдов, принимал это решение, зафиксировал этот фол. Уитингтон занял хорошую позицию, здорово поднял игрока. Да, и первая замена у «Зенита». Выходит опытнейший Марко Симонович под 19 номером. 203 сантиметра. Ну, он действительно очень многое умеет делать. Но в баскетболе, может быть, не умеет слишком быстро бежать вперед. Такое порой тоже случается. Даунс. Пытались такой пик-н-ролл очень коротенький сыграть здесь с камером. Не было размаха. Посмотрите, как защищаются агрессивно, цепляются за мяч. Дают Маккисику нарушение. Евгений Воронов, посмотрите, там и Робинсон останавливал, и Кларк, и Маккисик. Или все-таки Кларку дали фол. Это было для Автодора было бы более болезненно. Вышел Дрю Гордон. Заменил он как раз Шейна Уитингтона. Сразу получает мяч в трехсекундной зоне. Очень спокойно разбирается. Показывает, что ему там даже вон в бровь. Ему удар прилетел. По-моему, тут же получает еще и внушение за это. Но болезненно, когда все-таки там неумышленное, конечно, было касание. Но это очень больно и очень обидно, когда судья этого не замечает. Но Дрю Гордон сразу так очень по-хозяйски. Да, Симонович защищается против Кларка. Маккисик. И против него был Евгений Воронов. Наверху Робинсон даже там
Очень здорово разбросали его, посмотрите. Из угла Майка Даунс. Отвечает Сергей Карасев, но это двухочковый бросок. Зенит по-прежнему еще в роли отстающего. Издали Маккисик. И посмотрите, вот уже какой третий подбор в нападении, как минимум, делает Хаммер. Здорово этим пользуется. На его счету 4 очка. Нет, у него второй подбор в нападении. Статистика, по крайней мере, это отметила. У меня по ощущениям, что там было даже больше. Отлично увидел под кольцом Дрю Гордона. Карасев сам, в принципе, имел возможность бросать, но вот надежные 2 очка это будет получше. Ну, Ян Хаммер в огне. Большие, огромные проблемы доставляет «Зениту» в начале этой четверти. Карасев защищает. Кларк защищается против Карасева. Тут порвал дистанцию, но вот проходить потом не стал. Еще раз проверил свой дальний бросок. Майка Даунс и Маккисик. Не в каждом матче он издали бросает. Ну, не великий снайпер, но знает, как набирать очки. Он уже, кстати, 2 раза в этом сезоне играл против «Зенита», хотя и оба раза не в составе. Еще не в составе «Автодора». Он начинал сезон в Гран-Канарии, в Еврокубке. 2 раза против «Зенита» сыграл. Сыграл, кстати, довольно прилично. Но потом, ну, была там проблема с дисциплиной. Немножко разошлись у него взгляды на жизнь с главным тренером. Его отчислили, и «Автодор» подобрал Маккисика достаточно быстро. Он вот, неделю не побыл даже в ранге свободного агента. Так, 2 замены у «Автодора». Вышел Артем Забелин. И Максим Шелекета тоже на площадке. Под 45-м номером Максим Шелекета. Он защищается против Симоновича. И, ну, получается, что отбивается, а подбор забирает Артем Забелин. Сейчас даже, пожалуй, «Автодор» преимущество в росте есть. Забелина потеряли внизу. Очень быстро разбирается Артем. В этом сезоне, ну, на мой взгляд, вот так сильно преображается тело Артема Забелина. Все больше и больше он становится. Серьезно уделяет внимание атлетической подготовке. С большими весами работает. И превращается в такого. Вот если помните Артема Забелина в начале его карьеры, когда он из «Автодора» переехал в ЦСКА, и вот не так-то много осталось от того стройного юноши вот в нынешнем этом здоровенном татуированном мужике. Вихров появился в составе «Автодора», в составе «Зенита», конечно, и Кайл Куричев, главный снайпер, который выходит со скамейки, один из лучших в лиге специалистов по дальним броскам. Вот проверил свою пушку, на этот раз не точно. Вообще у «Зенита» пока сложности с дальней атакой. Ух, какая мухобойка прилетела! Кстати, 2-я уже от «Автодора». Это Артем Забелин взмыл воздух. Симоновича накрыл. Предлагает заслон. Фрейзер. Нет, не доходит мяч до Артема Забелина. Много времени он там под кольцом находится, но никто не обращает внимания. Максим Шелекета издали забивает. 18-10. Да, такое обескураживающее начало для «Зенита». Курич против него. Здорово защищались. Вы посмотрите, Коти Кларк. Там он после этой смены вернулся, перехватил. И вот он уже на острие атаки. И двукратное преимущество «Автодора». «Зенит». Ну, Василий Карасев на этом лопается, его терпение, конечно. Нужно попробовать внести какие-то изменения в игру. Но прежде всего в нападении. Да, наверное, нужно это посмотреть с другой стороны, что «Автодор» очень неплохо защищается. Хотя вот я в данный момент не увидел ничего там сверхъестественного.
Но такое ощущение, что да, вот на ранних этапах хорошее давление на мяч, и «Зенит», «Зениту» не удается просто даже начать что-то создавать. Играйте один на один, давайте, хватит что-то там изобретать. Действительно, почему бы и нет, что вы не можете один на один обыграть. Такой хороший эмоциональный тайм-аут от Василия Карасева. Действительно, ну, команда явно играет не в свой баскетбол, чувствует себя... Ну, длинная пауза. Надо признать, что у обеих команд, ну, а «Зенит» вообще давно не играл в единой лиге ВТБ, и так как они вылетели из Еврокубка, они сейчас такой несколько в разобранной форме находятся, если мы говорим именно об игровой форме. У «Автодора» была практика, но было два поражения. Они проиграли ЦСКА, что достаточно ожидаемо. Потом было поражение от «Калиба». Правда, тоже уже почти две недели с того момента прошло. Но вот просто вы сами видите, какова сейчас разница между этими двумя командами. Просто даже вот визуально Курич пошел под кольцо. Ну что ж, и не стал там, не испугался Забелина. Правильно сделал, что не испугался. Артем никак не смог этому броску помешать. Драмир Зибиров под 13-м номером появился в составе «Автодора». Вот он поднимается из угла, получает мяч. Вихров против него защищается. Избавился от мяча. Фрейзер. Придется самому, видимо, Фрейзеру атаковать. Ух, какой непростой бросок для Фрейзера. И такой очень важный для «Автодора» с точки зрения вот психологического вот этого удержания лидерства. Потому что вышли, «Зенит», да, эти очки набрал, их лидер по результативности Курич. Но «Автодор» показывает, что продолжает контролировать ситуацию. Демонте Харпер заставляет в поле нарушить на себе правила Артема Забелина. Ну, тот просто не успел немножечко на ногах за защитником. Да, «Зенит» очень много пропустил, конечно, еще почти две минуты играть до конца этой четверти. 22 очка. В первом матче команды на двоих набрали 199, но выиграл «Зенит», ну, достаточно уверен. Да, та игра 92-107. 15 очков было преимущество «Зенита». Ну вот как-то иначе совсем все выглядит сегодня. Кларк ждет много движения. Посмотрите, без мяча. В итоге, правда, это движение ни к чему не приводит. Остается Кларк с Уитингтоном один на один. Пошел сам обыгрывать в левую сторону. Сложный бросок сам себе придумал. Много там падений. 4 на 4 команды остались. Вихров принял вот такое решение, дал возможность Уитингтону открытую трешку бросить. Носорог не всех оказался Сергей Карасев. 8 секунд остается на атаку. Харпер опять против большого пошел. На этот раз ничего создать не смог. Последние минуты четверти. Загружает Фрейзер Кларка под кольцо, но Уитингтон просто опоздал. Понятно, что Курич Кларка в этой ситуации остановить не сможет. И плюс 10. Замена. Кларк садится. Возвращается Майка Даунс. Евгений Пашутин по ходу сезона принял «Автодор». Внизу Артем Забелин как-то вот с этим фолом совсем не согласен. Какой это будет фол для Забелина? Да, второе только. Уитингтон по сезону бросает штрафные хорошо за 70%. Для большого это очень такой правильный процент. 77 начинает
Фрейзер наверху возвращает мяч Майка Даунсу. Тот издали. Ну вот в огне автодор-то. Вот такой автодор очень сложно остановить. Это, наверное, их самое... Такой они вот находят. Ловят вот игровой баланс такой правильный. Для всех остальных команд он неправильный. Для автодоров в самый раз. Быстрые атаки. Смотрите, почти 30 очков набрали за четверть. И очень прилично защищались. Все-таки, да, похоже, что «Зенит» сильно не в своей тарелке. Но «Автодор» в защите делает все от них зависящее. Там под кольцом не дает проходить, очень прилично подстраховывает. И давление на мяч с хорошими разменами после пик-н-роллов. Здорово, игроки быстро восстанавливают позиции. Но таким первым номером играют. Здесь Зибиров немножечко лишних парочку ударов, наверное, сделал. Нужно было сразу запускать. Ну что ж, закончилась первая четверть. Неожиданный достаточно результат. 16-27, автодор впереди. Самые результативные игроки: Ян Хаммер у «Автодора», Уиттингтон, у него 8, у Уиттингтона 6 в составе «Зенита». Ну, вот плюс эти вот два штрафных, очень вовремя. Здорово, кстати, вот красивый момент, когда вышел Артем Забелин. И вот этот его блокшот тоже очень запомнился. Такой «не в моем доме». Здорово распоряжается мячом Робинсон, что у него по результативным передачам уже 4 у Джастина Робинсона. Самый низкорослый игрок Единой лиги ВТБ этого сезона. Хороший тайм-аут. Ну, где-то не тайм-аут, это перерыв. Евгений Пашутин. Продолжаем также защищаться с таким же желанием. Никаких открытых трешек. Обе команды, не сказать, что на трехочковых строят свою игру. То есть, конечно, и там есть снайперы, но вот, скажем так, не среди лидеров Единой лиги ВТБ обе команды по количеству трехочковых попыток. Да, надо сказать, что всего-то уже там... результативных передач после первой четверти вообще у «Автодора» 7. У «Зенита», ну, в принципе, тоже 6. Обе команды, получается, что у «Зенита» вообще чуть ли не все, да, все броски с игры были набраны после результативных передач. Вот один на один и взял и обыграл, да, то, чего просил Василий Карасев. Этого как раз не получается. Даунса, Харпер смахивает этот мяч. Сохраняет владение «Автодор». Петромир Зибиров там пошел выносить, показывает комбинацию. Как будут атаковать. Наверху такой мощный заслон ставит Ян Хаммер. Доходит до него мяч. Ух, какой пик-н-ролл раскрывает «Автодор». Да, нет противоядия пока у «Зенита» к такому нападению саратовцев. Курич. Так, Рейнольдс выносит. Ну что, очень солидное преимущество «Автодора». «Зенит» выглядит совсем, ну, и не как будто эта команда играет дома. Как-то не совсем ясно, что они собираются делать. Так, вышел у Евгения Пашутина. В составе «Автодора» вышел Савелий Макаров для
Савелий – это дебют в единой лиге ВТБ. Ну, обратили внимание, может быть, на лице. Такая, не сказать, что читается сверхуверенность. 98-го года игрок. 20 лет ему еще не исполнилось. 201 сантиметр, 91 килограмм. Ну вот, если вы следите за публикациями о российском баскетболе, на этой неделе было большое интервью Владимира Родионова, президента баскетбольного клуба «Автодор», где он рассказывал об эффективности. Ну и нужно признать, что в Саратове действительно система подготовки молодых игроков существует уже много лет. И по количеству игроков, подготовленных для высших профессиональных лиг в нашей стране, они действительно показывают замечательный результат, очень высокий. Фрейзер прошел, то есть под кольца забил. По-прежнему сложности у «Зенита» в защите. Тимонович поливает издали. Да, вот ожидаются хорошие новости. Показали нам Антона Пушкова. Он начал тренироваться, провел уже несколько контактных тренировок вместе с командой. Но он восстанавливается еще, продолжает, конечно, набирать форму после разрыва крестообразных связок колена. Это серьезное, серьезное очень повреждение. Есть шанс, что вернется к стадии плей-офф. И это, конечно, обнадеживающе очень. Мы будем очень... Хочется верить, что сможет вернуться полноценно Антон Пушков. Это повреждение не стреножит его. Здорово зависит от своей физической формы. Но вот такое вот взаимодействие не проходит. Симонович не ждал такой сверхскоростной передачи от Карасева. В плечо ему прилетает, и обратно Сергея, который уже находился в ауте. 21-37. Вышел Андрей Десятников, кстати, сразу забрал подбор под своим щитом. В быстром нападении. Ну что ж, вот заработало потихонечку у «Зенита». Первые очки, наконец-то, от Сергея Карасева. И очень важный Курича дернул обратно, похоже, Василий на лавку. Похоже, собирался сына отправить отдыхать. Но там в защите по-прежнему проходной двор у «Зенита». Достаточно агрессивно. Вот интересно, применяет такую же тактику, как и Василий Карасев. Его же оружием пока получается у Евгения Пашутина действовать и много проводить замен. Поддерживать вот этот высокий темп. Считалось, ну и среди некоторых специалистов по-прежнему считается, что Евгений Пашутин — это специалист по игре короткой ротации. Но вот сегодня, посмотрите, уже и Савелий Макаров у него вышел. И Драмир Зимбиров на площадке. Воронов получает за персональное замечание. Да, ну вот. Иван Лазарев был сейчас на скамейке, а здесь летает над кольцом Артем Забелин. Да, Савелий Макаров, кстати, видите, совсем вот буквально минутку на площадке провел, такую хлебнул водички и обратно. Нет, ну что творит «Автодор»? Опять такое сверхрезультативное получается эта четверть. Под Забелина забрался Карасев, заставил того сфалить и с фолом своей рабочей левой рукой. Сложный бросок. И потом, посмотрите, там реально был очень сильный такой удар по руке. Ну, то есть
абсолютно спортивное было нарушение, но вы попробуйте просто такого удара, такой ручище, какая ручище сейчас у Артема Забелина, еще и мяч в кольцо отправить. Так, Забелин отправляется отдыхать, Янхаммер вышел. Ну и не смог, смотрите, штрафной это забить. Так, под кольцом Хаммер здорово восстановил позицию. Уидингтон смог этот мяч смахнуть. Перехват чуть ли не первую Зенита в этой встрече вообще. По внизу. Так, сейчас Карасев имеет шанс получить технический. Ну, по крайней мере, точно предупреждение будет. А вот судя по тому, что Латышев пошел что-то объяснять Василию Карасеву, очень может быть, что технарь все-таки выписали. Да, здесь. Потому что после свистка очень четко, вот здесь вот было нарушение правил. В сторону кольца выбросил мяч Евгений Воронов. Ну нет, судя по тому, что стоят команды, будут бороться за подбор. Нет технаря. Об этом. Значит, ограничились предупреждением в этой ситуации. Нельзя было висеть на кольце там. Шеликета еще один подбор берет. У Зенита еще и со штрафными вот так вот не идеально обстоят дела. Все-таки, когда вы догоняете, когда больше 10 очков ведет соперник, свободные броски нужно забивать. Забрался в непростую ситуацию Фрейзер, но все-таки с полом его, похоже, останавливают. Или нет? Нет, сам подкальнулся. Так, ну что? Еще огневой мощи добавляет. Вместо Воронова Кайла Курича выпускает Василий Карасев. Хотя еще как посмотреть, да? В определенные моменты Евгений Воронов не уступит Куричу. Открывается Курич наверх. Мяч ему доставляют. Он против совсем маленького Робинсона. Еще заслон. Остался против Шеликета. Разбирается с ним в поле. Да, порвал дистанцию. Здорово сыграл один на один. Торопится вернуться в защиту. Потому что, да, Автодор-то после забитых не переживает. Еще один раз вот это взаимодействие Робинсон-Хаммер на этот раз не сработало. 8 секунд остается на атаку. И все-таки прошло вот здесь вот, да? Там не сработало. Еще раз сработает. Гоняют и гоняют этот пик-н-ролл. Самое грозное оружие в баскетболе. Самая опасная комбинация. Это простейшая вот эта вот двоечка. Янхаммер забирает подбор нападений. Еще один бросок издали. Кларк, ну вот... Такое ощущение, что сейчас играть в Автодоре одно удовольствие. У всех есть право атаковать. Все себя чувствуют свободно и уверенно. Плюс 14 уже у гостей. В таком темпе они вот реально начали набирать еще быстрее очки, чем делали это в первой четверти. Что-то надо придумать в нападении. Ох, еще и подскользнулся там Рейнольдс. Дают ему пробежку. Ну вот, судя по глазам Василия Карасева, конечно, совсем он. То есть мы уже могли бы там какие-то мысли закрастить, что может быть не так нужна Зениту победа. Да нет, нужна и всего, наверное. Это регулярный чемпионат, а здесь каждая игра. Курич отбросил наверх Харперу, и здесь Симонович. Быстрая атака получилась у Зенита. И смотрите, вот подбора-то нет в нападении.
Издали атакует. Ну, просто еще одна быстрая атака Автодорова. Посмотрите, они полтинник могут размочить. Ну, уже точно размочат его в этой четверти. И идут с таким, ну, просто с каким-то графиком результативности. Скорость набора очков просто какая-то невероятная. Что они далеко за 100 должны уходить, если «Зенит» не начнет защищаться. И еще раз. Защиты нету просто у «Зенита» сегодня. Карасев мяч в руки взял, там потерял это видение. Курич против Майки Даунса. Смотрите, очень здорово встречают, да, не дают начать движение. Автодор, очень сложный бросок забил сейчас Демонте Харпер. Расставляют партнеров Коти Кларк. И сейчас будет еще один пик-н-ролл, да? Загружают Хаммера под кольцо. Нет, потерял мяч Автодор. Кстати, по потерям. 5 потерь у Автодора. Наверное, вместе с этой будет уже 6. А у «Зенита», ну, кстати, тоже всего 6 потерь. Не сказать, что из этого складывается преимущество. Демонте Харпер. Убегает в отрыв и проходит передача. Шакил Маккисик вколачивает мяч в кольцо. Да, в защите у «Зенита» не получается более-менее ничего сегодня. Да, еще и не попадают штрафные броски. Сергей Карасев. Ну, не лучший снайпер у «Зенита», да, но статистически. Но когда вы, повторю свою мысль, что когда вы догоняете, когда вы отстаете в счете, штрафные броски нужно, конечно, забивать. И засчитывает эти 2 очка Джастину Робинсону Алексей Давыдов. Посмотрите. Да, вот здесь вот тоже было нарушение. Джастин Робинсон шел до конца, обыгрывал. Уникальный баскетболист, конечно, в этом сезоне. Украшает единую лигу ВТБ. Сгусток энергии такой потрясающий. А вот он штрафные забивает. Когда у тебя 170 сантиметров роста, ты все-таки будешь забивать, должен забивать штрафные броски. Иначе тебя не возьмут просто играть в баскетбол. Уитингтон. Вроде бы ты даже глянул на кольцо, но это не его работа. 2 из 11, 18%, кстати, у «Зенита» издали к этой минуте. И дают здесь на нарушение правил 3 секунд. Да, ни у кого как-то в составе «Зенита» нет никакой продуктивной идеи о том, как играть нападение. Что они там должны делать. Заберин наверх поднимает Робинсон этот мяч. Вы посмотрите, Шакил Маккисик полетел-то изначально, вообще летел сверху забивать. Его остановили, но он перевисел защитника. Зрелищно играет Автодор. Уитингтон издали, бэм, нет, мимо.
Один игрок только был на подборе. Разгоняется Коти Кларк. Против него двое. Против него остался один Сергей Карасев. Ну, еще и везет. Вы знаете, все-таки у Автодора невероятно высокий процент реализации. Сейчас получается бросков с игры 75-82 трехочковые и 60 броски издали. Они штрафные-то вон бросали. Всего два игрока по одному, потому что все остальное забивают. Невероятная пруха просто у Автодора. 60 очков могут разменять в первой половине совершенно спокойно. Это, сами понимаете, это такой средней скоростью набор очков. И набирают как-то очень просто. За 120 могут перевалить. Вы посмотрите, Джастин Робинсон не замечает защиты у «Зенита». Да, серьезный разговор. Василию Карасеву предстоит со своей командой в большом перерыве. Есть. Ну, скажем так, «Зениту» особенно не на что пенять. У них нет таких больших потерь. Совсем что-то не играет Дрю Гордон. Вот непонятно, может быть, у него какое-то тоже повреждение. Но, в общем, «Зениту» нужно возвращаться. И мы будем очень этого ждать через 15 минут. Да, очень надеюсь, что выйдет совсем другая команда в сине-бело-голубых цветах. Потому что так будет, конечно, поинтереснее, а не в такой вот вынос тела. 36-61. Посмотрите. 25 очков. Преимущество гостевой команды. И очень красиво, очень много действительно ярких моментов получается. Здесь вот Уэйтингтон, это не назовешь супер зрелищным, но на самом деле очень сложный был момент. Это классная передача была от Карасева на Дрю Гордона, а потом все как-то закончилось. Артем Забелин очень ярко появился в этой первой половине, там бросок сверху, очень хозяйский такой блокшот. Ну и Коти Кларк, у Коти Кларка к этой минуте высочайший индекс полезности 15, у него уже 11 очков и, ну, кстати, всего 3 подбора, 3 результативные передачи, перехват. Коти Кларк просто с очень высоким процентом атакует, одну трешку забил. Майка Даун забил трехочковые 3 из 4. Да, практически все, кто бросали сегодня у Автодора, попадали. Потрясающую первую четверть выдает команда из Саратова. Такие вот подопечные Евгения Пашутина. Ну да, это философия, автодоровская философия вполне ей соответствует эта первая половина. Вот особенно этот момент, потому что казалось бы, ну невозможно. Нет, и все-таки прошла передача. Шакел Макисик, вот не скажу, что я хорошо знал этого игрока, но очень он к двору приходится. Понятно, почему его выбрали. Ну что ж, прервемся на несколько минут и потом возвращаемся в юбилейный все вместе. Итак, еще раз Дарья Мушанова, Ксения Александровна и питомник зубробизонов, ребята. Дамы и господа, мы продолжаем. Настоящий ливень обрушился на кольцо «Зенита» в первой половине. Чрезвычайно результативный ливень. Мы в Питере с вами. И здесь саратовский «Автодор» в первой половине набрал 61 очко. Для европейского баскетбола случай достаточно редкий. Очень высокий процент реализации бросков 77. 27 бросков с игры из 35 оказались точными. То есть всего 8 промахов «Зенит», «Автодор», «Автодор» допустил в первой половине. 4 из них были трехочковыми промахами. У «Зенита», ну, они тоже, в общем-то, набрали 36 очков. Не сказать, что это катастрофически что-то невероятно мало, но при такой защите их проценты выглядят, ну, процент реализации трехочковых не совсем плачевный. 14, представляете, всего 2 броска из как раз 14. Трудный момент, ребята, мы с вами. Издали, забили питерцы. Мы с тобой. Сможет ли перестроиться Василий Карасев? Ему, наверное, очень вперед, была нужна вот эта пауза. Вперед, оказался совершенно вперед, «Зенит» не готов, прежде всего, в защите. К этому, ну, абсолютно это не открытие, что «Автодор» играет в такой баскетбол. Бей, беги, 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 беги и опять бей.
Так, Курич, Гордон, Карасев, Харпер и Воронов. Ничего похожего на стартовую пятерку, с которой началась эта игра для «Зенита». А вот гости не экспериментируют и как раз тот же самый старт и сохранили. Обменялись быстрыми, неточными выстрелами. Пошел Харпер. Ну что ж, еще одна быстрая очень атака от «Зенита». Перехват делает Сергей Карасев. И находит Евгения Воронова под кольцом. Отрабатывает в защите, «Зениту» нужно. Начинает защищаться на чужой половине площадки. Конечно, разрушать с самого начала. Не давать «Автодору» играть на той скорости, на которой им комфортно. Под кольцом Ян Хаммер. Отбился здесь Дрю Гордон. Мчится «Зенит» в атаку. Им ведь тоже, ну, слишком сильно морозить-то. И в медленном баскетболе 25 очков ты не отыграешь в любом случае. Издали бросал Воронов. Гордон борется под кольцом. Правда, один против двоих остался. Так, а вот «Автодор» теперь. Что будет делать? Ну, в общем-то, можно уже игру потихонечку и сушить. По крайней мере, точно атаковать на 5-7 секунде. Совершенно не обязательно, что это так уж будет выгодно, только если наверняка. Ну что, заканчивается время атаки. Из-под кольца забивает Коти Кларк. Остался один на один. Кларк, по-моему, не мазал особенно сегодня. Тоже атакует очень высокоэффективно. А здесь еще посмотрите, как прилетело Сергею Карасеву. Очень физически плотный такой игрок Коти Кларк. Карпер бросает издали. Подбор за «Автодором». Не сказать, чтобы большую активность «Зенит» проявил, идя на щит. Здесь нарушение правил. В самом начале игры 34 номер – это Ян Хаммер. У него второй будет фол. Здесь сорвал быструю Хаммер атаку. Ну да, пока, кстати, «Автодор» так охотно перестраивается и не дает бежать. Карасев издали поливает. Не точно. И на подборе нет никого. Ну, собственно, там не было возможности особенно побороться. Но большого-то там не было под кольцом точно. 38-36. И также 25 очков преимущества. Харпер остался против Коти Кларка. Вот тот сейчас будет мышцы показывать. За это тоже можно предупреждение получить. Кларк просто уничтожает сегодня «Зенит». Дрю Гордон. Ну что, остался один на один. Очень долго смотрел на партнеров. Кого выпускать, все-таки пошел продавливать. Ну и Ян Хаммер очень так дисциплинированно давал вот это вот допустимое сопротивление. Много сил потратил Гордон на то, чтобы как-то прорваться. А здесь вы посмотрите, снова Коти Кларк. Опять он остался против Сергея Карасева. И очень просто ушел от Сергея Карасева. Остался с кольцом один на один. Да, в защите «Зениту», ну, скажем так, не дал этот большой перерыв какого-то эффекта. Василий Карасев в поисках правильного первого слова. Я лучше буду продолжать говорить, чтобы на всякий случай заглушить. Они, посмотрите, как они двигают мяч, и потом пасуют, а мы просто бросаем. Можно уже и вообще-то и где-то и фолы получить, вот не даем им очень просто набирать очки. Но действительно, слишком просто. По-прежнему ощущение, что «Зенит» как будто не приехал еще на игру. Не набирает вот это вот правильное игровое состояние. Но атмосфера очень правильная, классная, баскетбольная в Питере на трибунах. По-настоящему отличный семейный вечер.
воскресенье вечером, что может быть лучше, чем возможность сходить на баскетбол. Вниз Евгений Воронов, но он уступает Майки Даунсу. У него немного шансов его продавить. И действительно был и авантюрный, и очень сложный бросок в исполнении Воронова. И достаточно поспешный Даунс. Так, здесь дают нарушение, видимо, или фол был вне мяча, нападение. Какая-то пробежка. Да, он заступил просто за Майки Даунс, заступил просто в аут. Так, пытается еще больше половины пятерки поменяет Василий Карасев. Да, у Дрю Гордона что-то совсем не клеится сегодня игра. Вы помните, он и в первой этой половине сыграл совсем чуть-чуть. И здесь, ну и вот такое вот хорошее начало. Да? Вот посмотрите. Шакил Макисик перехватывает, авантюрно даже где-то пошел на этот перехват. 31 очко преимущество Автодора. Сергей Карасев хорошей передачей находит Евгения Валиева в углу. Это, правда, двухочковый мяч, такой дальний. Он был ближе к трешке, чем к кольцу гораздо, но этот мяч оценивается все равно в 2 очка, хотя он был достаточно сложным. И посмотрите еще раз это взаимодействие. Как уже здорово чувствуют партнеров по команде Джастин Робинсон. Урывается. Шикарная передача на Яна Хаммера. Пошел я смотреть, сколько. 9 уже результативных передач у Робинсона. Еще только-только. Ну, собственно, уже 71 очко набрано, поэтому ничего удивительного, что цифры большие. Но тут сейчас уже в пору лезть статистической на сайте, где представлена статистика Единой Лиги. Вот пора залезать в рекорды. Потому что очень может быть, что что-то вот серьезное мы можем сегодня увидеть с точки зрения цифр. Исполняет штрафные Евгений Воронов. И по-прежнему с этим есть сложности. Забирает подбор надежно Автодор. Вот с этим элементом сегодня порядок. Поле Майки Даунс. Благодаря усилиям Евгения Валиева мяч потерял. Вихров. Ну вот что, надо атаковать, друзья. Нельзя все время искать кого-нибудь, у кого будет лучшее положение. Макисика смог остановить. Там Вихров под кольцом. Марко Симонович тоже как будто в падении этот мяч выпускал. 17 результативных передач за игру. Это рекорд Единой Лиги. У нескольких игроков был такой результат. И здесь Коти Кларк пытался уже сыграть очень зрелищно и красиво. Да, по 17 результативных передач отдавали, кстати, в этом сезоне, совсем недавно, да, Коди Миллер Макентайр. 4 марта. Очередной раз этот рекорд был повторен. А нет, было и 23. Это один из последних просто достижений. 23 результативные передачи у диджея Купера из Енисея. Но это было в 2015 году, вот поэтому эта цифра мне из головы вылетела. Здесь Джастин Робинсон один на один разбирается с Евгением Валеевым. Валеев, ну, говорит, ну, я, честно говоря, не планировал здесь спалить. Но вот это вот Джастин Робинсон нашел просто очень грамотно этот контакт. И в момент броска, да, Евгений Валиев вот так вот наказывает. 73-40. Ну и здесь вот дрогнула рука у Робинсона. Вихров. Курич, ну надо бросать издали, не выпадает. Курич, Марко Симонович.
вытащил этот подбор. Правильно занял позицию. Воронов тоже отчаянно бросался под кольцо. Вихров вытаскивает подбор в нападении. Два подряд. А Марко Симонович залезает под блокшот. И все-таки атака из «Зенита» результативной заканчивается. Это серия ошибок, наверное. Такая достаточно комичная получилась атака. Маккисик. Робинсон под хаммер уже смотрит на него, смотрит, ждет этой передачи в любой момент. Но Джастин, мне кажется, решил поработать над собственной результативностью. И в этот раз еще более осторожно защищался против него Евгений Валиев. И, собственно, этому проходу не помешал никак. Да, и, в общем-то, понятна претензия Василия Карасева, пожалуй, к его команде. Потому что, ну и по фалам-то не выбирают пока. Лимиты зенитовцы. Здесь вот Майки Даунс правила нарушил. Еще одна замена. Возвращается Шейн Уитингтон. Возвращается Карасев на площадку. Вывалился Гордон из ротации. Андрей Десятников тоже сыграл совсем немного. Да, всего 7 фолов. Всего 7 фолов персональных у «Зенита» в этой встрече. Это достаточно мало. Что у «Автодора» 14. Они 14 раз правил нарушили. Да, здесь очень много бросков, которые совсем без сопротивления «Автодора» получаются. Фрейзер наверху с Куричем один на один. Хотел Забелина загрузить, но Курич этот мяч перехватил. Разгоняется Евгений Воронов. Такой евростеп. Но Женя вот явно решил, что хватит уже. Пора самому идти до конца. Длиннющие вот эти вот шаги были еще в разные стороны. Так называемый евростеп сейчас представлены. Ну, там и партнеры, конечно, оттягивали на себя внимание защитников. Быстрая атака у «Зенита» наконец получилась. И уже Евгений Пашутин, кстати, здесь. Не то чтобы занервничал, я думаю, чувствует себя пока очень уверенно. Но это тот момент, когда «Зениту» нужно было их прекрасный полет немножко прервать. Громкий такой тайм-аут для «Автодора» происходит. Но вот, на самом деле очень важно, конечно, потому что эмоционально «Автодор» выглядит очень правильно. И, пожалуй, что Евгений Пашутин вот их состояние, желание в каждом владении добиваться результата, и в защитном владении, понятно, в каждой атаке, его нужно поддерживать. Потому что, конечно, когда ты ведешь 30 очков, можно и расслабиться, и задремать. Ни в коем случае Евгений Пашутин своей команде этого позволять не должен. Но с другой, там, прямо противоположная задача у Василия Карасева — все-таки разбудить «Зенит». Робинсон против Вихрова. Из заслона Артем восстановил позицию. Снова Артем Забелин уже предлагает заслон Фрейзеру. Пытается от мяча избавиться. Кончается время на атаку. Шахтел Маккисик идет до конца и под сирену, под самую. Все-таки мячом до кольца дотягивается. Да. Повторюсь, но «Автодору» сегодня еще и немножечко даже и везет. Потрясающий. Очки, и все складывается так, как нужно. Не совсем я понял, что сделал сейчас Максим Шелихета. Что это была за пантомима в защите. Ну, или, по крайней мере, Кайл Курич сделал какое-то такое неуловимое движение, на которое Шелихета купился до конца. Наверху Артем Забелин. Маккисик. Он внешне здорово похож на Фрейзера. Я иногда не могу понять разницу, а здесь Артему Забелину мяч очень просто достается.
Тут даже с некоторой паузой несколько лениво вколачивает его сверху. Плюс 30. Плюс 30 у «Автодора» в Питере. Вихров под кольцом против Забелина. Ну, не блистал этот бросок уверенностью. Неудивительно, что он был неточен. Робинсон наверх на Шелекета. Я помню, это Максим Шелекета, кстати, забил вот этот решающий трехочковый в матче с «Локомотивом». Такой очень памятный, один из самых ярких моментов сезона в единой лиге ВТБ. Джастин Робинсон защищается против Сергея Карасева. Тут заслон получает, избавляется от мяча. Курич, посмотрите, как очень здорово все. Моментально позицию «Автодор» восстанавливает. Много у них движения. Уитингтон, и этот мяч смахивает Максим Шелекета. Казалось бы, Уитингтон уже под кольцом остался, но вот тоже такое движение было, наверное, не совсем правильное. Где-то вот там не довернулся, не осмотрелся. И ближней рукой к кольцу атаковал, ближней рукой к защитнику, соответственно. Атаковал бы здесь левой, Шелекета дотянуться было бы гораздо сложнее. Десятников на площадке. А в свою очередь Евгений Пашутин подпускает Драмира Зибирова. Да, Десятников вышел как раз вместо Уитингтона, который уж слишком неуверенно выглядел в предыдущем эпизоде. Фрейзер 1-1 хочет разобраться с Вихровым. Получает заслон. Бросал со средней. Мяч под гору Курича в итоге. Но заканчивается время на атаку. Еще больше, да, эту четверть. Зенит также проиграл. И их отставание уже, я, честно говоря, с трудом уже даже глазам своим верю, потому что больше 30 очков уступает «Зенит». Вот сейчас тайм-аут Василий Карасев берет за пару секунд до конца четверти. Такое решение, мне кажется, тоже где-то эмоциональное. 8 секунд до конца четверти. Что можно сейчас поменять? Сколько тайм-аутов потом останется? На вот эту вот атаку, что она будет очень важна эмоционально. Но давайте посмотрим, что из этого получится. Хотя сейчас, с другой стороны, откладывать эти тайм-ауты для того, чтобы, рассчитывая на концовку, это я явно сейчас не о концовке нужно думать, а о том, чтобы вот где-то здесь попробовать развернуться и хотя бы двинуться в нужном направлении, хотя бы начать отыгрывать. За 10 минут вернуться с 30-очкового отставания — это что-то невероятное. То есть «Автодор» может просто начать держать по 24 секунды в каждом эпизоде, и этого может оказаться достаточно. Сразу поливает издали. Ну вот, смотрите, тайм-аут работает. Василий Карасев знал, что делает. Под сирену, под самую, засаживает его любимый сын. И хотя бы с поднятой головой, проигрывая меньше 30 очков, уходит на перерыв «Зенит» Санкт-Петербург. Ну что ж, давайте пробежимся по цифрам. У Карасева после этого попадания 15 очков. Он самый результативный в составе «Зенита». У Коти Кларка 17, у Яна Хаммера 16. Еще Брэндон Фрейзер в двузначных числах, у него 13 очков. Ян Хаммер забрал 7 подборов. Всего по подборам «Автодор» имеет преимущество в полтора раза. 30 подборов против 20. Проценты бросков с игры у «Автодора» по-прежнему космические. 74 броска с игры
оказывается точным. Они также за 60. Ну, они, собственно, издали-то бросили в этой четверти всего один раз и не попали, но это все равно больше 50% реализации трехочковых. Из-под кольца все летит также стабильно. 31 из 39. Автодор все еще к этому минуту штрафных бросков бросил 3. Зенит продолжает очень осторожно действовать в том, что касается персональных замечаний. Все еще себя берегут. По результативным передачам у Зенита 14, у Автодора 19. 6 перехватов, кстати, сделал Зенит. И они меньше потеряли мяч. Но вот все упирается вот в этот потрясающий процент реализации для Зенита и вполне катастрофический для Автодора и вполне катастрофический для Зенита. Вдову Владимира Кондрашина нам сейчас показали. Присутствует она на игре Зенита, но не радует сегодня питерский баскетбол. Десятников остался против Фрейзера. Старается отработать в поле. Фрейзер вроде бы... Ну, получается, что Андрей отбился. Не повелся на все эти движения. Смог бросок максимально затруднить. Но за подбор он был готов бороться один. И мяч отскочил не в его сторону. Снова Зениту нужно отбиваться. Рамир Зибиров. Продолжает двигаться мяч у Автодора. Вот им действительно убивать по 20 секунд на атаку, и это уже будет окей. Закончилось это 24 времени. У нас немножечко, вот я смотрел на другой секундомер. Видимо, был небольшой рассинхрон сейчас, поэтому для меня даже сирена оказалась сюрпризом. Ну вот, казалось бы, с одной стороны, Зенит отбился, а с другой Автодор 24 секунды от этой четверти съел. Все, сначала нужно начинать всю атаку. Карасев, ну даже на самом деле не совсем неправильным решением будет просто бросать издали. Ого, какая курочка по лесенке взбежал к кольцу. Какой у него прыжок, оказывается, какая катапульта там в ногах. Не так часто это видишь. Правда, вот в нынешнем контексте, конечно, для Зенита лучше 3, чем 2. Никуда Фрейзер не торопится. Пик-н-ролл с Яном Хаммером. Забирает Десятников мяч. Бьется, как лев, за подбор. Курич. Рамир Зибиров фолит. Срывает эту атаку. Не стал его экспериментировать. И проверять, сможет его Курчик меня обыграть или нет. Прям в тело вбежал. Разводит руками Курич. Наверное, было достаточно болезненно. Фрейзер защищается против Кайла. Сваливается вниз Андрей Десятников. Курич на него не смотрит. Еще раз Десятников тоже прибежал, пытался поставить заслон. Нет, Курич сам предпочитает идти до конца. К сожалению, вот не увидели мы жеста Алексея Давыдова. Но судя по тому, что двигается Автодор, владение переходит к ним. Да, пошли игроки Автодора в нападение. Вихров не экспериментирует, не прессует. Джастин Робинсон слишком сильно. Понимает, что не сможет сильно затруднить и замедлить его продвижение к центральной линии. Ух ты! Курич здорово все прочитал. А вообще оригинальная такая атака. Остановился Джастин Робинсон. Из рук в руки отдал я Майки Даунсу. Но это был явный эксперимент. Ну и Кал Курич наконец-то издали попадает. Просто очень редкое событие для Зенита. Владение. Владение отдают Зениту. Отбились еще разочек. Все минут, парни, 24. Очка разница. Но уже все-таки не 31.
Вот с того тайм-аута Василия Карасева начался ответный рывок «Зенита». Посмотрим, как далеко смогут они уйти в этом. Забирает какой важный подбор для своей команды Андрей Десятников. Он один там борется под кольцом. Карасев внизу дают фол, насколько я понимаю. Майка Даунс не смог там без нарушения правил остановить продвижение Карасева к кольцу. Ну и там, да, задолго до этого броска. Курич загружает Десятникова. Андрей принял эту передачу, избавился от мяча. Ну, это тоже решение, почему бы и нет. Если ты не чувствовал абсолютной уверенности в том, что из-под кольца сможешь забить, и увидел открытого партнера. Курич защищается против Даунса. Тут имеет хорошее преимущество в росте и пользуется им идеально. Вот этот вот полукрюк. Бросок достаточно надежный. Много движения в поле, уходит время, не совсем понятно, что все, ну, то есть выводят Курича на позицию для атаки, такой или иной, чтобы Кайл принимал решение. Если делать ставку только на одного игрока, набирающего очки, ну, можно вернуться в игру, но 24 очка ты так не обыграешь. Тут все должны угрожать кольцу, а то и защита просто перестроится и выпучит Курича. А тогда... Уговорил Демонте Харпер из угла. Так, Евгений Пашутин пока в игру не вмешивается. 21 очко отставания. Уже 10 очков отыграли подряд зенитовцы. Ну, да, не подряд, были ответные атаки. 12-2, по-моему, рывок получается. Вихров. Харпера не увидел. Сам пошел сверху. Воткнул через Майка Даунса. Немножко приунывшие болельщики «Автодора». А вот этот тайм-аут Евгения Пашутина, который мы предсказывали минуту буквально назад. Да, что вы назад бежите, как будто на пробежечке просто. Нужно возвращаться. Особенно Куричу просит уделить внимание. Понимает Евгений Пашутин, где именно он наиболее опасен. Ну и, кстати, очень может быть, что сейчас вот Артем Забелин выйдет на площадку, чтобы попробовать убрать из-под кольца Андрея Десятникова, который все-таки со своим громадным ростом, ну, хорошее преимущество такое дает «Зениту» под кольцом. Полез я себя перепроверять. 217, ну, да, мне кажется, что Андрей Десятников даже повыше, чем вот эти официально заявленные 217 сантиметров. Мне казалось, что он вполне себе где-то там в районе 20. Призывает ведущий в зале гнать. Очень здорово помогает «Зениту», и в Питере это умеют делать. Да, остался Десятников, против него вышел вот Артем Забелин. Десятников, Вихров, Воронов, Карасев. И спрятали Курича, кстати. Это Воронов вышел вместо Курича, там Демонте Харпер. Майки Даунс сложный бросок придумал, здорово подзащищался от него Сергей Карасев. Харпер. Быстрая атака, владение «Автодора». Пытался за этим мячом Артем Вихров успеть, не дотянулся.
Вихров, но также вот на Робинсона просто смотрит, не пытается его остановить каким-то образом. Бойчик здорово, как посмотрите, Артем Забелин разобрался. Странное решение Коти Кларк применил в итоге после того, как мяч до него дошел. Что-то какая-то очень длинная пауза на земле, не стал вымывать. Давайте еще раз этот эпизод посмотрим. Он постеснялся. Андрея Десятникова испугался, но вот в итоге Десятников не возражает против того, что он схватил в этом эпизоде. Пробьет два штрафных Коти Кларк. Ну и вот есть ощущение, что Автодору удалось все-таки вот этот вот супер-рывочек остановить. Как у Джастина Робинсона. Ну да, у всех хороший показатель плюс-минус. У него 11 уже результативных передач. А у Кларка 19 очков после этих двух штрафных. Сергей Карасев сам выиграл подбор после своего промаха. Но вот не смог мяч кольцо-то добавить. Джастин Робинсон. Быстрая атака. Получается у Автодора. Да сверху вроде бы собирался Забелин этот мяч забивать, но в воздухе передумал. Два очка из два очка. Вернулся Курич на площадку. Навешивает Андрея Десятникова. Тот все-таки подпрыгнул для того, чтобы сверху забить. Ну вот Андрея этого упрекнуть не в чем. Он отрабатывает, он в защите. Все-таки несколько меняет даже рисунок Автодора. Вот сейчас Джастин Робинсон под кольцо-то не пошел. И в итоге мяч переходит к Зениту. Не пошел Джастин Робинсон под кольцо. Именно то, что там Десятников. Против Валиева-то не смущался лезть до конца. Курича находит острой передачей Сергей Карасев. Ни во что только этот проход под кольцом, как за воротами прокатился в хоккее. Ничего не придумал. А вот здесь через Артема Забелина забивает Курич. Но остается меньше 3,5 минуты. Отыграть нужно 19 очков. Все, конечно, возможно. Но вот нужно начинать забивать в каждой атаке примерно сейчас. Потому что в защите только что-то начинает получаться у «Зенита». А вот забивать нужно еще быстрее. Джастин Робинсон. И выискивал там партнера. Потрясающее владение мячом, конечно. Как он ушел там от нескольких опекунов здесь. Вы посмотрите. Харпер не удел. Здесь от Десятникова убегал. Но влетел, потерявший там, проигравший позицию Евгений Воронов. Влетел в игрока. Грустные лица у игроков, у болельщиков «Зенита», конечно. Понимаю, что очень непростая задача перед их командой. Вернуться в такую игру за 3 минуты. И здесь дают нарушение правил Коти Кларк. Здорово, прежде всего, выиграл подбор в нападении. Заставил Карасева нарушить на себе правила. Я не думал, что кто-нибудь из игроков «Зенита» сейчас находится на серьезных цифрах по персональным замечаниям. 3 фала только у Евгения Воронова. А Сергей Карасева — это первый фол. Поберегли себя сегодня «Зенитовцы» почти все. Одно очко преимущество Автодора. И да, не снимает основной состав Василий Карасев. Забивает Сергей Карасев. Но на 20-й секунде атаки даже точный 3-очковый — это уже не рецепт, чтобы вернуться в эту игру, к сожалению, для «Зенита». Они действительно слишком поздно в этой игре проснулись. Отбиваться вот получается раз за разом. Как лев борется сегодня Андрей Десятников.
Здесь, вот посмотрите, в четыре руки накрывали. И Андрей Десятников, лежа на паркете, дотянулся до этого мяча, сохранил для своей команды. Как защищаются, вдвоем висят на игре автодоровцы для того, чтобы затруднить и удлинить эту атаку. Сами будут торопиться? Нет, вот Котик Ларк мог бы и бросить, никто бы его не обвинил, но мы лучше побольше времени убьем на атаку, не торопясь. Сейчас еще передача уйдет кто-нибудь наверх, нет? А он просто забьет, это надежнее, и все уже. Я прошу прощения у поклонников «Зенита», но в этой игре все понятно. Чудеса случаются, но это явно не сегодня. Нет никакого потенциала для того, чтобы что-то адское произошло. Евгений Воронов, не в чем его вот, на самом деле упрекнуть сегодня. 8 очков будет у Жени. Да, он промахивался, но уже в отсутствии желания сегодня Воронова упрекнуть нельзя. Ни одной потери, кстати, он не совершил. Два перехвата сделал, три результативные передачи. Что, появился? Кто-то из молодых появился? Нет, пока без экспериментов. Евгений Пашутин все-таки хочет наверняка. Очень достойный будет хороший результат для «Автодора», если они привезут, тем более, такую крупную победу из Питера. Они дома проиграли 15 очков, я напоминаю. Здесь явно выиграют больше. Маккисик! Сегодня он навтыкал. Хотя было вообще в целом много красивых моментов. Нет, там молодежь. Савелием Макаровым не хочет больше экспериментировать Евгений Пашутин. А здесь Десятников. Хорошую передачу ему выгрузил кто-то из партнеров. И Андрей забивает из-под кольца. Еще и Шеликета заставляет нарушить правила. Хотя нет, ну плюс 15, они тоже ведь это где-то совсем рядом. Сейчас 18 очков разницы. Вот вышел Савелий Макаров. Вот его задача будет сейчас, если с ним на площадке команда не упустит вот этого преимущества по сумме двух встреч, то парень, конечно, может эту игру смело заносить себе в актив. Хотя в целом-то в «Автодоре» вообще все красавцы. Майки Даунс продолжает мяч контролировать. Здесь не удерживают нервы у Сергея Карасева, по-моему, уже. Олег Латышев грамотно этот конфликт сразу гасит, разводит игроков по углам. Хотя, может быть, там что-то было раньше, что я упустил из виду, потому что Сергей Карасев там руками двигался, но руками отталкивал игрока, показывает, что его до этого очень серьезно плечом кто-то суданул. Вполне такое может быть. А вот и еще одна замена. Сергей Рожков, тоже без опыта выступления в единой лиге ВТБ игрок. Вот такой вот дебют во взрослом баскетболе. Во взрослом элитном баскетболе. Сегодня у двух игроков из молодежного проекта «Автодора» происходит. Ян Хаммер, второй штрафной не точно. Остается минута до конца. Следи внимательно за Рожковым и Макаровым. Здесь нарушение правил, бросок не считается. Драмир Зибиров руку поднимает, узнает, что он правила нарушил. Поздравления! Сейчас, как только выйду из эфира, буду писать поздравительную смс по Евгению Пашутину. Хорошую игру сегодня его команда проводит. Действительно, в очень неудобное положение с самого начала, с первой четверти.
вот таким вот лавинообразным каким-то баскетболом поставил он своего партнера по сборной России 90-х, Василия Карасева. Два легендарных разыгрывающих. Сейчас одни из самых успешных российских тренеров на профессиональном уровне. Вот такая интересная тренерская дуэль сегодня была, которую вчастую выигрывает Евгений Юрьевич. Драмир Зибиров со средней. Быстрая атака получится у «Зенита» в ответ. Сейчас, кстати, вот, может быть, даже поторопился Драмир, потому что разница-то 16 очков. Очень маловероятно, что станет в итоге решающей вот эта разница в личных встречах, потому что он здорово уступает по общим показателям «Зенит» в настоящий момент. Но было бы приятно вот эту вот небольшую дуэль выиграть команде из маленького, ну, не самого маленького. Но все-таки обыграть Питер по сумме двух встреч было бы приятно для «Автодора». Ну а вот сейчас уже 14 очков разница. И получается, что и здесь допускает ошибку молодой игрок Сергей Рожков. Неудачно отдал передачу Зибирову, тот не дотянулся. Ну и посмотрите, реабилитируется Рожков, сохраняет владение. Здесь пробежки не допускает. Отправляет вперед передачей. Ну что, давай, давай, почему не бросить по кольцу-то Савелий Макаров? Нет, дисциплинированно возвращает мяч. А Драмир Зибиров не смотрит на эти цифры. В любом случае, 14 очков, 14. Победа «Автодора». В Питере очень уверенная. Ну и «Зенит» нужно похвалить за то, что все-таки смогли они в игру вернуться. Выиграли завершающую четверть с хорошим преимуществом 27-12. Но слишком много ошибок допустили до того. Действительно, «Зенит», «Автодор» делал с хозяевами в первой половине. Давай. В трех первых четвертях вообще все что угодно. Ну и неминуемо подрасслабился в четвертой четверти. Таким образом, девятую победу в единой лиге ВТБ одерживает команда из Саратова. Пока до «Химок» и них «Химок» теперь отделяет их всего одна победа. У «Химок» сегодня после победы над «Калевом» их стало уже 10 при 9 поражениях. И «Автодору» предстоят в регулярном чемпионате в апреле. Довольно много, насыщенный апрель. Они принимают в Саратове «Уникс» на этой неделе. Кстати, прежде всего, конечно, казанцы сыграют в Москве уже завтра. Центральная игра, пожалуй, регулярного чемпионата. Битва за первое место. Обязательно смотрите, следите за этой игрой. После этого в «Автодор» вот они три игры дома проведут. Как раз «Уникс», «Смоки Минск», «ВЭФ» и «Парма». Хорошее расписание «Автодора», они могут свое турнирное положение улучшить. Ну, а эта игра закончилась 79-93. Для вас ее прокомментировал Дмитрий Матеранский. Увидимся на баскетболе.